Сумасшедший парень, который работает в СМИ, потому что им сказали, иди спи. 300 тысяч не хватит. Джохан Бурбен. Многие люди называют меня боссом. Парни, день зарплаты. 47. 46. Вайтнем на управляющего. Накрутки тут не было абсолютно никакой. Всем привет, друзья, с вами Бурбон. Добро пожаловать на новое видео. И, чуваки, как вы можете заметить, 6:53 утра. Этот ролик будет называться «Один день из жизни владельца СТО». Поэтому сегодня от начала до конца мы будем управлять СТО. 6:53, что еще можно делать? На сервере вообще почти что онлайна нет, 68 человек, потому что все спят, и это логично. Также объявлений нет, поэтому, к сожалению, набор мы провести тоже не сможем. Но давайте хотя бы просто подадим АДшку, возможно, зайдет какой-нибудь сейчас сумасшедший парень, который работает в СМИ и захочет ее отредактировать. Ну и поскольку мы, как владелец, никого инвайтить не сможем, мы хотя бы посмотрим, как обстоят дела с нашим бизнесом. Хотя я уверен, что сейчас там все тягачи стоят на месте, мы хотя бы их заправим. Ну да, в принципе, предсказуемо, что 7 автомобили стоят тут. Так, сколько у нас работников? Давайте посмотрим информацию. И работников 38, что в принципе неплохо. В сети помимо меня есть два человека, которых мы сейчас, наверное, к себе и позовем. Да, парни, за сегодня финочка ровный нон. Сейчас я вам продемонстрирую, потому что, понятное дело, в такую рань еще никто не работал. Тут везде по 50 литров. Как я понял, это не понадобится. Тогда мы говорим о том, чтобы он не ехал, потому что оно серьезно, как бы все тягачи имеют по фул бензина. Давайте посмотрим статистику, из-за вчера статистика дико просела, и не из-за того, что в эти дни была накрутка, а из-за того, что вчера началась школа, то есть 4 сентября, понедельник, и люди ушли в школу, и из-за этого можете заметить о том, что финка действительно проседает, но просто теперь будем набирать новых людей, те, кто будут играть в школьное время, просто будут работать на нас. А так вот вы можете увидеть доходы 102 тысячи, 135, 201, 105, 106, 146, 169 и 47. Вот так вот, хорошее число, в принципе, за сегодня. Но я не думаю, что финка будет как-либо повышаться до вообще половины дня. Ну и также можно посмотреть, кто вчера работал, поскольку сотрудников 38, то есть если так 12 мест, я пока что не буду увольнять, то есть тех, кто не выполнил норму, потому что многих я инвайтил уже ночью, то есть ну где-то 23 часа, и то есть они просто могли чисто физически не успеть выполнить норму там, потому что им сказали, иди спи. Поэтому мы посмотрим, если не сегодня тоже не будут работать, то есть сегодня заработают ноль, когда я вернусь со школы, или попозже там часам к 4, то просто их уволим. И поэтому, парни, наверное, мы зашли утром просто, чтобы посмотреть, не слетел ли наш бизнес в гост, так скажем, и можно идти со спокойной душой в школу. На часах 6:25 я закончил все свои дела вне сампа, и сейчас могу, в принципе, зайти поиграть, собственно, чем я и занялся. Сегодня, парни, день зарплаты, где я сейчас буду выдавать зарплату своим управляющим. Также посмотрю на доходы, если они хорошие, то еще выберу парочку лучших сотрудников, которым выдам премию за действительно неплохие заслуги. В бизнесе есть небольшие огорчения, поскольку 4 сентября началась школа, то есть понедельником, и многие люди начали учиться, то онлайн действительно просел, вместе с онлайном просела и финка. Сейчас вроде как я вижу, что Коди Бурбон работает отлично, то есть механики есть. Но Сумейн пишет, что такими темпами никогда премии не будет, наверное, все очень плохо, потому что сейчас действительно финка стала поменьше. Не очень все хорошо, то есть мы приехали. Окей, пошлите посмотрим, сколько заработали за сегодня суммарно денег, и 28 тысяч, но учитывая то, что за вчера заработано было 47 тысяч, а учитывая вот эти доходы, которые не накручены, то есть накрутки тут не было абсолютно никакой, то есть это чистая прибыль, которую приносил бизнес, то да, вы видите разницу. Я думаю, что сейчас около 50 тысяч будем набирать и будет все нормально, то есть да, финка будет меньше, но нужно понимать, тоже школа. Также, в принципе, сотрудники, которых 46, окей. Как я понимаю, тут уже многих поувольняли, кто не выполнил свою норму, то есть остались люди, не знаю, стоит ли кому-то премию выдавать, то есть 3900, 7000, блин, Тони Максвелл, вот Тони Максвеллу можно выдать премию, серьезно. Сегодняшний финки огромные заслуги именно его. Сумейн пишет, премия как босс решит, и Тони спрашивает, когда он будет в сети. Зато пылся СТО, действительно, многие люди называют меня боссом, это прикольно. Давайте посмотрим, есть тут хотя бы бензин, потому что, быть может, некоторые люди не работают из-за отсутствия бензина в тягачах. Ну да, 0 литров, давайте заправим. Просто пишем 49 сюда, и надеюсь, что Хулио сейчас все поймет, Хулио Коробок, великолепный никнейм. Это, в принципе, входит в обязанности, то есть он еще предложил 50 литров, великолепно. Пошлите заправим сейчас еще вот эти машины, чтобы везде был бензин, то есть
люди хотя бы работают, потому что финка, да, упала, но, в принципе, я уже объяснил причины. Там приехал Тони Максвелл, который за сегодня действительно заработал 7000, давайте переведем ему, получается, 5000, то есть давайте подойдем к нему. Отлично, премию мы передали, получается, Тони, и теперь, парни, давайте поедем сейчас за деньгами. Так, как я понял, нужно сейчас парня починить, потому что у него дикие проблемы, и кто починит, если не сам Джохан Бурбен? Спросил, вам нужна помощь, он куда-то поехал, ладно, значит, он не желает, собственно, либо его кто-нибудь другой сейчас починит, окей. Написали Смейну, что он остается за главного, потому что не нужно отъехать. Но перед этим давайте снимем сейчас с кассы денежки, то есть управление кассы, снять деньги, давайте снимем 200, я думаю, 300 тысяч не хватит, вот так вот. Отлично, 300 тысяч, это получается на зарплату моим сотрудникам. Эстебан Руссо, привет. Ну и давайте продолжим заниматься растратами. На счет получается 30 205, мы переведем 60 тысяч, потому что этот заместитель был с самого начала в СТОшке, он действительно хорошечно потрудился, поэтому 60 тысяч мы переводим, великолепно. Вот так вот, парни, если думаете, что вот кто-то рубит миллионы, вы далеко ошибаетесь. Также счет, который называется «Жду кидай», специально для меня, как я понимаю, тоже переводим 60 тысяч, это Фуда Накамура, мы переводим ему тоже 60 касиков, потому что он был с самого начала. А остальным замам я планирую сейчас перевести по 30 тысяч, потому что они были не с самого начала, то есть они, опять же, не все 10 дней, которые не планировали отработать, отработали. И да, я эту систему хочу немножко переделать, чтобы именно получали люди за то, что они работают конкретно. Об этом попозже расскажу, наверное, когда-нибудь, если я не забуду. Даниэль Мэй, тебе тоже привет. Насчет Глеба переводим 30 тысяч. Это получается уже 5-й счет Сбербанк. Окей, тоже переводим 30 тысяч. Ну и вроде как последний счет 34722. Переводим сюда тоже 30 касиков. Да, отлично. Тег 3030. Великолепно. И управляющим раздал я денежки. И парни, ролик, который планировал снимать один день, сейчас снимаю третий просто из-за того, что не хватило времени. Так вот, парни, сейчас мы кое-кого инвайтнем на управляющего. Вот он стоит, Тони. Давайте позовем его к себе. И чтобы вы понимали, давайте я покажу сейчас его статистику. То есть заходим сотрудники, нечаянно кого-то ударил. Тони. За сегодня он заработал 28 косарей. Суммарно 56 тысяч. Поэтому это новый управляющий. Просто без каких-либо церемоний сейчас сжмем руку и поздравляем с новой должностью. Но у меня в ВК есть компа управляющих, поэтому сейчас спросим у него, есть ли он у меня в ВК, чтобы я его туда добавил. И все, добавили его беседу, теперь, в принципе, находим его опять же тут, Тони Максвелл, и делаем его управляющим. Великолепно. Ачивочка выполнена. И, в принципе, парни, что еще входит в обязанности управляющего? Давайте прямо сейчас проведем один набор, потому что все фуры стоят. Это охренеть, серьезно, то есть 7 штук стоит на месте, никто не работает. Так вот, и как я понял, никто машины не заправлял, поэтому давайте сейчас сделаем сами это, то есть сюда пишем 45 литров. И заправим таким образом все тягачи. Заодно и поможем материально этому Егору. Окей, сейчас Тони написал, что ему нужно идти, поэтому без проблем, как бы за сегодня он так отлично поработал. Серьезно, 28 тысяч принес. Это потом покажу, когда доходы, вы увидите, насколько это много. И, короче, вроде как, парни, мы все фуры заправили. И потратили 4 тысячи на заправку. Офигенно. Просто офигенно. Теперь нужно еще АД-шку подать. Отлично, мы подали объявление. Думаю, что одного достаточно. Теперь просто нужно ждать, пока это объявление выйдет в свет. А что касается финки, держу я данный бизнес уже больше 10 дней. И вы можете заметить, что финка была сначала, то есть огромная, то есть 100 тысяч, 106, 146, 169. И вот, парни, началась учеба, то есть 4 сентября, это понедельник, где люди пошли в школу. 47, 58, 63, 41. Понимаете, да? Поэтому, как я понимаю, люди стали играть меньше, и, наверное, сейчас финка тоже будет меньше, но я думаю, что около 50 тысяч она держаться должна. Я решил подать еще одно объявление, но чтобы, знаете, прям наверняка. И знаете, что я сейчас увидел? Егор Версетти, который только что заправлял машины, покупает бизнес 18к, как бы. Это нормально, типа он еще и в ФК стоит. Выходи из ФК, там твое объявление вышло, эй, ты сейчас всех клиентов пропустишь, которые тебе бизнес захотят продать, ну шо вообще? Ох, отлично. Сэм Ривис, также получается Оуэн Мэй, Фернандо Кабрера и, в принципе, Паскаль Калантос. Вам, парни, привет. В общем, я сейчас вам в игре не буду отвечать, потому что, ну, типа, сейчас, если каждому писать так смс, то будет, ну, мне кажется, немножко долговато, поэтому просто вот так вот. Привет, и вы в ролике получили. Фернандо, привет, уже передал, просто, опять же, сейчас не хочу отвечать, но привет, ты свой получил. И парень пишет о том, что ввел еще мой ник. Завтра придет 50к, просто отлично. Поэтому, парни, надеюсь, вы не обидитесь за то, что в игре сейчас не стал отвечать. Еще и какой-то человек звонит. Я просто сейчас, наверное, не хочу брать трубочку. Как я понял, все тут работают уже в СТО, кто сейчас пришел. Прикольно, ладно. Поэтому теперь стоит ожидать людей. Не те, которые работают. Типа, давайте за работу механикам сейчас напишу. Только что успешно не передали биту. Давайте улыбнемся ему. Спасибо, Эрнесто, как бы. Все нормально. Теперь я могу делать людям «заткнитесь», как бы.
Ну вы поняли, ну ладно. И парни поданы объявления, но либо сейчас никто не хочет работать в СТО, либо люди едут, потому что онлайн 530 человек, поэтому кто-то да должен. Вот подбежал парень, надеюсь, что он в СТО. Так, беги сюда, беги ко мне, или ты тут работаешь уже? Джонни Перри, ты куда пошел? Ты куда? Я хочу тебя инвайтнуть, если ты еще тут не работаешь. Он вышел на улицу, он, наверное, думал, что я там. Так, спросим, вы в СТО? Отлично, парни, и вот так вот инвайтим чувака. Поэтому сейчас, наверное, продолжу я ожидать парней, которые захотят прийти сюда и устроиться. Серьезно, этот парень, Джон, он постоянно, я уже несколько раз увольнял, он просто идет в СТО, то есть инвайтится, а потом не работает. И я не понимаю, зачем. А на этом парне, наверное, все. Вот так и проходят типичные дни бизнесмена, которые занимаются СТОшкой. Поэтому, парни, большое спасибо за просмотр. На этом все, можете поставить лукас, также подписывайтесь на канал. Всем пока!